Всем привет! Хочу вам рассказать сегодня про интересное свойство ресторейта. Совершенно случайно это обнаружила. Вечером были на празднике, отдыхали и пили крепкие алкогольные напитки. И вечером я выпила ресторейт, и буквально через час я обнаружила, что у меня уже нет перегара. Я это проверила на муже. Впоследствии несколько моих знакомых тоже вот так проэкспериментировали, и это, наверное, самое лучшее средство от похмелья для меня сейчас на данный момент, хотя я пью не для этого, конечно, его. Ресторейт мне помогает улучшить состояние кожи, волос, ногтей, ну, все это знают, но вот свойство нейтрализовать алкоголь в крови, вот и для меня это было открытие на самом деле. Я думала, почему так происходит, немного почитала в интернете и поняла, что, скорее всего, так как алкоголь, он, перерабатываясь в организме, образует уксусную кислоту, а ресторейт, скорее всего, так как он щелочные минералы, просто гасит все это дело, не доводя до перегара и до какого-то неприятного дыхания. Так что можете моим лайфхаком пользоваться, пожалуйста. Всем здоровья!